Ничего не пойму. То желтая, то красная. Осторожнее. Снимает. Снимает сейчас, да? Да. А когда будет не снимать, нажать на нее же, да? Да. Ну все. Вот видите, аппарат, мотор-колесо. Вот тут вот батарейка сразу заряжается, видите, 13. Здесь на 3 секунды работает, 3 секунды работает, 3 секунды выключено. Вот такая система, вот она. Получается экономия здесь. Во-первых, вот смотрим на счетчики. Вот счетчик. Три секунды работает, три секунды стоит. Вот сейчас вот крутит. Крутит. Вот сейчас встал. Стоит. Опять крутит. Опять встал. То есть вот здесь идет 50%, здесь идет экономия. И плюс зарядка батарейки, то считайте, это вечный двигатель есть. И ничего сложного. Маховое мотор-колесо. Вот. Маховое мотор-колесо. Что еще? Двигатель от стиралки. Вот. Вот эта батарейка, это возбуждение катушек. Лучше, конечно, поставить с магнитами, тогда и вот эту батарейку не надо. Но она немного берет. Это 10-20 ватт всего разряжается на возбуждение катушек. То есть экономия где-то или стоили около того.